Значит так, бери мышку. Она вот здесь. У тебя есть 6 сестер. Многодетная семья. Да, многодетная семья. Им нужно отнести корзиночку с всякими вкусностями своей бабушке через лес. Выбирай, какую девочку ты больше хочешь. Кого ты отправишь на смерть? Робин. Такая классическая маленькая девочка. Роуз, такая тихая и спокойная. Скарлетт, самая взрослая. Руби, самая годка. Кармен, самая развратная. Джинджер, самая такая мальчиш. Это какая была? Это такая самая тихая. У нее даже кролик на руках, ты посмотри, так это мило. А это какая? Робин, самая маленькая. Выбери Кармен. Кармен. Кармен, да, пойдет с Кармен. Управление здесь клавишами стрелок, кажется. С помощью мышки это поворачивать. И, кажется, на правую клавишу мыши бежать. Кажется. У меня такое ощущение, что мне везут на вертолете. Это умалчивает история. Вполне возможно. Иди к дому, где живет бабушка. Ок. Ну ты ведь понимаешь. Хорошо. Так, стой, сейчас бегать. Подожди, дай-ка я разберусь с управлением. Ну, пока разбираюсь. Не выходи с тропинки. А, на левую. Не, на правую нужно нажимать. Ну, как ты понимаешь, с тропинки сходить не столько не надо, сколько надо. Чтобы. Ничего. Ходи. Это кто? Это ворон. Ворон. Можешь делать все, что хочешь. Это ты можешь сделать сам. Ну просто понимаешь, если ты хочешь скучно пройти, то можешь идти по тропинке. Но вся фишка в лесу, так что я тебе очень советую. Сверни-ка ты в лес, хотя бы на время. Хотя бы на пару шагов вправо-влево. Да? А, я хочу. Можешь побегать по лесу. Значит, вся жизнь, да? В лесу вся фишка игры. Вообще раскрываются все персонажи в лесу. Потому что, видишь, он там что-то сверкает справа, например. А, то есть можно не сворачивать и пройти его просто. Тут очень много всяких... всяких разных вещичек, которые можно подобрать, и вам и тебе персонаж что-нибудь скажет такое от себя. Эта игра ничего не делает, просто она сейчас сама подберет. Эта игра на самом деле достаточно спокойная. Она скорее на какую-то рефлексию, чем, кстати говоря, 25 из каких-то просто потому, что я уже играла. А что она делает? Ничего, она просто тянется. Эту она просто подобрала, а ты ищи всякие предметы. Это вот цветочек, а ты ищи предметы. Будет волк. Я же сказала, то, что это отсылка к Красной Шапочке. Как ты думаешь, будет у Красной Шапочки волк? Окей. А, это какой-нибудь оборотень. У всех он разный волк. У меня тоже будет развратный волк. Я ничего не буду говорить. Ты пробежала мимо этой штучки. Ты просто пока бежишь, они исчезают. Я хочу найти что-нибудь серьезное. Ну иди вперед, ты это увидишь сразу просто. Понимаешь, тут в основном трава-трава, а что-нибудь серьезное, оно. Кстати говоря, видишь, когда ты бежишь, у тебя темнеет экран, так что аккуратней. Сразу начинаешь не видеть очевидных вещей. Не видни, короче, говоря. Ну идти совсем тут невозможно. Я чуть-чуть беги, чуть-чуть. Ну, следовательно, да, чуть-чуть бегаю, чуть-чуть хожу. Мне кажется, я сошла с тропинки и потеряла ее уже.
Вот это что за фигня? Понимаешь, ты не найдешь эту тропинку. Она исчезла. Все? Мы заблудились. Я вижу что-то. Это птичка? Это Андрей. А это что такое? Здесь просто растет трава. А, вон там, смотри, что-то виднеется на свет. Где? Впереди, ровно перед тобой. Ты вышла, кажется, за это. Ой, дай-ка. Да. А, тут не видно. Подожди, я не найду тропинку. Не, все. Нет, ты можешь ее найти, но как бы если тебе будет, если тебе повезет. Вот видишь свет вон там вот? Да. В конце туннеля. Вот свет — это ориентир между определенными точками на карте. Он тебе поможет ориентироваться, хоть немножко. Откуда ты это знаешь? Я это проходила игру, потому что... Я знаю, чем все кончится. Чем все кончится? Это зависит все от тебя. И о том, какую красную шапочку я выбрала? Нет, на самом деле красными шапочками ты проходишь всеми. Да, просто это зависит от твоей храбрости. О, кто-то бежит там справа. Кто это? Наша копия. Ты боишься маленьких девочек? Конечно. Смотри, как красиво. Ну иди, иди туда. Это зафиксированная точка на карте, в конце концов. Ты прошла сквозь. А, то есть... Я прошла сквозь. А, ты, кстати говоря, на них не можешь бегать. Рандомная регенерация. Ну да, рандомная регенерация. Стать танцовщицей. Ты что я нашла? Пирамида. Где? На голове. И свет. Блин, вот этот. Мне. И свет рам. Я могла бы стать такой. Я бы смогла бы стать такой. Это кто, наш персонаж? Наш это вообще наш персонаж говорит, да. Мы поиграли просто. С этой девочкой она периодически играет. Ну, красная шапочка. Ты не хочешь подвигаться немножко, а то я уже устала смотреть этот треугольник. Или она не хочет двигаться? Что это за звук? Стрёмный звук. Вот видишь, когда полупрозрачная появляется какая-то вещь, это значит то, что с ней она может это взаимодействовать. Для этого нужно просто остановиться и ничего не делать. Например, на скамеечку она, скорее всего, просто сядет. Она может играть тут, да? Она не может, не, а не может. Только она очень странно забирается по лестнице. Да, немножко у нее с ориентацией все типа. Да, управление. Типа неудобно с такого ракурса. Не, она не хочет за пианино садиться. Видимо, для этого другая сестра нужна. Или может? Не, она просто рядом с ним стоит. Я не знаю, как уходить. Кнопками. А, ты что, застрял, что ли? Ну, игра старая. Немножко недоработана графика, взаимодействие персонажей. Прости этой игре. Она 2011 что ли, года. Это старая? Это считается старой игрой. Да ладно, я считаю старую... Старые игры это 2000-го, 90-го. Это вообще динозавры. Нет, динозавры это где-то игры 90-х или 80-х годов. Ну, в общем, ходи по лесу, пока тебе не осточертят. Подожди, где свет? И пока нас не съедят. Где свет? Вон там свет был. Там свет. Вон, видишь свет? Да. Такой свет, он как бы где-то есть. Вот, отпусти сейчас. Там что-то. Отпусти, отпусти. На... Нет, не надо. Я просто смотрю по сторонам, я смотрю, не пропускаешь ли ты вещей. Не пропускаешь, иди дальше к свету. Это хорошая музычка. Да, мне тоже нравится. Расслабон. Атмосфера. Ты совсем не страшно, да? Да. О-о-о, иди к этому свету. Там будет страшно. Иди. Ой. Ты сейчас посмотришь мультик. Я вижу какой-то дом, похожий на туалет в деревне.
Ой, это какой-то... Надеюсь, он не нас убивает. Это дровосек, он просто рубит деревья. Да. Он здесь живет. Да, я права, это его туалет. Может, это его каморка. Ванина теория лучше. Палатка за... Пиво вроде бы еще свежее. А, пиво, да. Да, пиво это самое главное. Ну иди походи там, что ли. Ты можешь делать здесь все, что угодно. Видишь, тут какая тусовка? Тут вообще куча народу. Здесь не страшно. Эй, она идет так, блин. Ну потому что это, здесь на этих точках не бегать, нельзя бегать, к сожалению. Ну, знаешь, у нее пуп не двигается. Ну, я читала то, что разработчики очень сильно набардачили. Это опять эта девочка? Это опять эта девочка. Лучше походи по другим, как бы, местам. Ой, я что-то вижу, что... Скамеечка? Это просто ящики, скорее. Ну, подойди к палатке, подойди к костру. Куда ящики. Хочешь подойти? А вон он рубит, смотри. Что он рубит? Пустоту? Нет, он рубит дерево. Она сейчас зажжет. Она сейчас зажжет. Опа, она же, она вот, живет, ты что-то. Нашла первый фрагмент, как бы, своей... Истории. Да. Мягкий свет падает, снимает слой за слоем, пока я не стану совсем чистым для тебя. А, она кот влюблена. Волка, например. Ну и что мы так повисли? Пойдем. Да! Да, это проблема. Вставай и быстро уходи. Он прошел через меня. О, мы сейчас сядем с ним. Нет! Они сейчас поговорят, нет? Иди, иди, иди. О, в другую сторону иди. Да, да, иди прямо. Ну посиди с ним. Да не хочу я с ним сидеть. Ну он тоже с тобой не хочет сидеть. Он еще раз хочет сесть, он хочет встать и сесть. Нет! Да езы. Ура, ушел. Ты идешь в костер, так нельзя. Нужно я. Подожди, не надо ничего нажимать, подожди. Еще чай. Да, еще чай. Все, я выбралась. На. Молодец. Там с боковыми кнопками направляешь. Он там сарай тебе показывал. Сарай? Да. Дико ты в сарай, девочка. Дико ты в сарай. Дровосек тебя заждался. Вот значит о чем, извини. Я бы сказала, вот о чем тут персонаж. А, то есть он только о сексе думает. Возможно. Так возможно или так оно и есть? Да-да, так оно и есть. Да, понятно. Голову и? Она пытается открыть. У нее не выходит. Всё, конец этого взаимодействия. Возвращаемся. Ты думал, что она еще что-нибудь сделает? Да, взломает. Не, взламывает. Придет дровосек, поможет ей. Ага, поможет. Да. Там будут вдвоем. Хорошо проводить время. Ну все, хватит с этой дверью тут. Всё, пойдём. Развлекаться. Хочу, чтобы она повернулась. Для этого нужно удерживать кнопку вправо или влево. Сейчас она закончит. Да. Ну иди, иди, иди. Напряжение спало. Сейчас подойди вон к этому дровосеку, с ним что-нибудь сделай. Пойду на свет. Это свет? Не, это просто рандомный свет. Ну, выйди из этого. Иди, вот красиво. Цветного, милого
Вот, Ваня знает, что нужно делать. Нет! Только не гнать. Выйди уже отсюда, хоть куда-нибудь, хоть в любое направление. Иди вперед, или к дровосеку, или куда-нибудь. Давай, пойдем на дровосек. Посмотрим, что Саша, не хочешь? У Саши чутье. Куда надо, куда не надо. Что, не надо к дровосеку? Не, ну как бы вообще-то, по идее, надо, но с другой стороны, не надо. А почему не надо? Я не буду уточнять. Потому это зависит на прохождении. Совратит. Это зависит, это влияет на прохождение. А то есть, если мы подойдем, он нас сразу совратит, если не подойдем, то нет? Да не совсем так. Нет. Я не вижу света. Иди вперед. Иди куда-нибудь, свет появится обязательно, я тебе обещаю. Можешь побегать. Она так бегает. А, вон свет. Хе-хей, так бегает. Смотрите, как я бегаю. Мы плечами. Хей! Да, так. Вы только посмотрите, как я бегаю. Мне страшно предположить, какая она спереди, когда она бежит. Да. Когда же будет... Она долго вообще... Вообще, при желании, она может быть очень короткой. Это есть по тропинке. Да. Есть и другой вариант, чтобы она была... Бесконечной. Нет, чтобы она была короткой, но не сильно. Как бы... Для этого кое-что нужно сделать. Прям сразу. Например, что? Не скажу. Вы что, вы хотите быстренько бога пройти тигры? Пугало. Например, включить режим бога. О. Наконец-то солнце. Будьте растения, я бы... Хотела быть цветком. Что-то очень как много эти хочет. Да, что-то она... Я не понимаю, что там. Да, это очень неудобно. Одиноким цветком. Нет, это для другой сестры. Ой. Это Андрюша. Да, он пилится. Все-таки не в дверь куда-нибудь, в дерево. Саша, ты хочешь быстренько пройти игру? Не знаю. Ну, вообще, нам ненадолго. Если хотите... А... Какой вы больше хотите конец? Интересный или скучный? Интересный. Тогда проходите сами. Тогда походите еще немножечко. Ну, вот сколько вас... Вот пока не осточертеет, как бы походите еще немножечко, поищите еще вещичек. А потом я вам скажу, что делать. Если уж на то пошло, если вы хотите, если нас поджимают время. Я вот смотрела прохождение девчонки одной, она очень сильно боялась, когда она бежала и темнело все вокруг. Зачем ты обратно пишешь? Она не играла бы с цветом. Свет. Ты только что оттуда пришла просто. Вот это, да, если дальше бежать, то что случится? Я пробовала бежать бесконечно. И как? Стрёмно. А, то есть совсем темно? Угу. Мало того, в этот момент я читала «Меняется генерация». То есть ты можешь очутиться где угодно, как только ты перестанешь держать. Круто. Слушайте, я хочу попробовать. Ну, ты врежешься в дерево, скорее всего. Тут много деревьев, не мешают так делать. Это, знаешь ли, лес. Внезапно, в нем деревья. Саш, иди прямо, пожалуйста. Хе-хей, я бегу в лес. Что такое красное? Где? Красное. Это... что-то? Мой мозг так напряжённый. Мне нравится. Музыка нравится. Мне нравится, как бы темно. Видела, да, как она начинает вихлять? В смысле? Вот ты бежала-бежала, она начала вот так вот... О, иди! Направо! Направо! Вон, видишь, там что-то стоит. Ну, за деревом. Короче, иди вперед. Иди-иди-иди вперед, вперед. Ну, Саш, ты прям, да. Вон, видишь? Иди Стас. Туда. Вот это вот одна из точек взаимодействия, как бы. Подожди, не уйди слишком. Вон там еще одна стенка стоит. В общем, идешь сначала к этой сетке,
а потом идешь к свету, который перед нами. Ну, остановись. Ничего не делай. Она запутается. А, она запутается. Тогда обойди ее с одной стороны, так, чтобы она вдоль нее шла. Что, застряла? Во, застряла. Обойди ее просто. Сейчас она вдоль него пойдет. Ну, так к дырке, например, пойдет. Вот. Это баг! Она пролезла, так. Она, да, она справилась. Кажется. Нет, не справилась. Обойди с другой стороны. Хотите, забивайтесь. Ну, просто, знаете, вот я проходила эту игру только вот ради того, что они скажут. Что они скажут, когда... Все, не двигайся. Да блин, ты что такая тупая, это Кармен. Пофиг на сетку. Кармен тупая. Забью на сетку. Она копает, это, подкоп делает. Она закапывает кость, допустим. Все, пойдемте дальше. Вот иди вперед. Вперед. Давай, вибрируй ногами, иди. Молодец, иди. Вот туда, на свет. Не, на свет, на свет. На свет. Вот там, свет. Чуть-чуть левее. Вон там еще одна есть точка взаимодействия. Ты ее не пропустишь, она большая. Между деревьями. Вот там. Ну, Ваня видит, видимо. Видимо, Ваня видит. Вот. Сейчас, ну, пройди еще чуть вперед, например, к этому цветочку. Что-то будет. Кармен, ты тупая. А что она? Они лазят обычно? Вообще, тут есть какая-то такая точка, где что-нибудь срабатывает. Хотя бы она показывает, что это должна быть для другой сестры, или она хочет по этому поводу что-то сказать. Она молчит. Ты за Кармен не проходила? Я проходила. А, она с цветочком пошла. Еще и цветочки. Я помню то, что у меня были проблемы с ее прохождением. Это я точно помню. Да. Я никак не могла получить интересную концовку. Пометка. Если мы получим здесь, не интересно. Да нет, знаете, вы прямо сейчас можете получить интересную концовку. Давай сходим туда. Да, идите вон туда. Вдруг там интересная концовка. А что это может быть уже концовка? Концовка может быть в любой момент, на самом деле, вам открою. А, то есть конец может наступить. Да. Появится волк и нам крышка. Мы на самом деле за это отвечаем. Мы, сам игрок может решить, когда наступит конец. Крутить пулю в лоб себе. Не, у него нет пистолета. Окей. Слушайте, мне кажется, мы здесь были. Это электричество. Так завис. Я завис, реально. Ну, уходи, броди, я тебе скажу, когда будет. О, наконец. Блин. Будь я растением, я бы хотела быть цветком. Вот это рак. Это бабуська их. Страшно до смерти. Да, страшно, я даже не знаю. Иди, а то ты сейчас будешь до бесконечности эти цветы собирать. Меня бесит эта полянка. Это одна большая зона взаимодействия, когда ты постоянно собираешь цветы. Бесконечно, вне зависимости от сестры, собрала ты это или еще нет. Бесконечно, собрать цветы нужно, блин, для бабушки. И они все говорят, что я тебя не буду цветком. Нет. Вон еще одна. А пирожки у нее там, не волнуйся. Они у нее. Они спрятаны. Ты не на свет идешь. Свет поправее. Папа. Нет. Вели. Вот! Там. Да. Даже свет в конце. И кто-то хочет интересную концовку, идите туда. Я вас уверяю, она там будет. Вы там уже были, но она там будет.
даже несколько предвидели это. В смысле? Что? Дровосек? Бегите туда! Все поймете, что нужно делать. Хотя у меня с этим были проблемы. Понять, что вы делаете? Да. Хватит бежать. Хватит бежать. Мне нравится. Хоба, света нет! А, у меня есть. Ну, такая черная сверху штука. Мне нравится, что это эффект. Знаешь, эта черная штука меняет свое направление периодически. Я вам не буду говорить, что она обозначает. Волка! Иди, иди. Ваня очень хотел познакомиться поближе с дровосеком. Да, нет, давайте просто... удовлетворим его желание. Он слишком... Он слишком вжился в роль развратной Кармен. Нет, да. Не хочу. Так что пойдемте знакомиться с дровосеком. Не-не-не, давай не будем знакомиться. Он очень увлечен своей работой. Он несколько не обращает на тебя внимания, но ты упорно идешь к нему. И сейчас отрубит нам голову, нечаянно спутает с деревом. Нет, он вообще, видишь, он рубит воздух. Да, я же говорю, что он рубит воздух. Здравствуй, дровосек. Блин, а, во. Цепь, даже не двигайся. Блин, не двигайся. Тут как вышло, я не знаю. Стырила кепку. Молодец. 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 А он теперь не понимает, что делать. А теперь, знаешь, так как он все еще не заинтересован тобой, иди к костру. Присядь. В прошлый раз это помогло. В прошлый раз он стоял рядом. Давай, привлеки его внимание. То есть, он уже идет за нами, да? Нет, с чего ты взял? Он просто бродит. Ты что, вон видишь, он к девочке пошел, сейчас он ее убьет. Да? Нет. Он просто идет к палатке. Пытается пройти сквозь нее. Ну и сядь, посиди. Ты устала. Ты ходила по лесу. Ясно. И сиди. С удовлетворенным видом. Зачем ты встала? Садись. То есть ты хочешь, чтобы... Я хочу посидеть. И я хочу. Ты застрял, похоже. Одна нога в этой хрени. Ты предлагаешь нам замутить романчик с дровосеком? Да. Хочешь, пойди выпей пиво, если хочешь. Вон оно там стоит рядом с этим, рядом с палаточкой. Это дрова, а вон там вот... Это дрова, выпей дрова. Вон он. Я сейчас охмелю, и пиво. Пивко. Хыть! Вот это рак. Типа что, в палку зайти? Нет. Охлажденный и теплый. Кружит голову. Как оно может быть охлажденным и теплым? Да. Ты еще раз его сейчас выпьешь. И сейчас мы совсем пьянеем, да? Ну, а теперь иди уж посиди у костра, зажги его, в конце концов. То он погас, пока тебя не было. Нету вот бабы в лесу, вот гаснут всякие костры, да. Чё же он такой тупой-то? У вас такая же проблема, как у меня. У вас тупой дровосек. Не понимает намёков. Да, совершенно. Ты тоже целенаправленный, да, хотя... А, мне хотел сказать, хотел его соблазнить. Так скажи-ка я еще раз. Давай. Ну, где-нибудь ходит. Только ты девочку главную игнорируй, а то он там развлекается в своем палатке. Вот этой маленькой. Да ты не хочешь уходить! Ты вполне себе сидишь. Ну иди куда-нибудь уже. Вот иди прям. Блин! Ты так крутанул еще на месте. Давай я тебя выведу. Окей, отлично. А, он ему норм, он рубит. Лалка! Может, у меня еще что-нибудь снимать? Лалка! Лалка!
у нас рыба. Я не говорю, перепутать нас с деревом, от рыбы к голову. Лалка. Лалка. Мы же собьем на него, пойдем, отнесем это, эти дурацкие пирожки бабушке. Я добьюсь. Я так просто не сдаюсь. Нас только хочет рыбосек, а он не зажигает. Ей. Давай зажги огонь. Зажгем огонь. Огонь любви. Я бы не устояла, если бы так зажигали огонь, честное слово. Вообще да. Если б я была мужчиной. Только при этом условии. Ты, блин, поглянь на эту полигонную задник. Даже у Андрюшки такого нет. Она сама пошла к пиву, причем сама, через всю карту. Видимо. Господи, девочка. Девочка не занята. Девочка не занята. Баба, ты немножечко глупая. Охлаждённая и тёплая. Окей. Охлаждённая и тёплая, секундочку. Я уже говорила, что это как-то странно. Ты только сейчас заметила. Да, я только сейчас заметила. Охлаждённая и тёплая. Хлебушей. Капитан очевидно в шоке. Как хлебушей. Да, Женя нас любит охлаждённое и тёплое пиво. По-моему, он забил на нас и опять уйдет трава. Не, мы посидим. В прошлый раз он сел к нам. Через некоторое время сел. Обгонял. Приголубил. Нет, серьезно между ними что-то? Мне вам сложно сказать, пока ничего не произошло. Мне кажется, мы так долго будем сидеть. Почему ты выбрала Кармен? Потому что Ваня сказал. Ваня, почему ты выбрал? Я не знаю. Ты повелся на женщину. Ну наконец-то. Ну. Давай смотреть. Давайте. Нам уже есть 18. Кому-то уже 20. Они болтают? Он просто на нее пялит. Если ты не видишь. О, вот это уже поновее. Бухнут вместе. И девочка нафиг. Я ухожу отсюда. Мне пока нет 18. Вообще, на самом деле, стрёмный дровосек, вам не кажется? Мне тоже так кажется. Какой-то он... Да, он немножко. Он очень стрёмный. Хотя и Кармен тоже та ещё. Пожалуй, я не пойду. Я останусь там. Нам крышка. Ой, очень страшно. Ой, нас. Я боюсь предполагать, что случилось. По-видимому, нас бросили. Нет, это был глюк. Как говорится, поматросил и бросил. Иди домой, Саш. Иди домой. Саш? Иди, иди. Кнопочку хотя бы нажми вперед. Потому что вот. Вот он уже, калиточка бабушки. Мы идем домой. Мы не можем бежать. Ты видишь, как ей плохо? Я же говорю, поматросил и бросил. Если честно, судя по тому, как у нее неестественно вывернута шея, мне страшно предположить, что он с ней делал. Я надеюсь, этого дровосек не забыл. Сейчас ты повернешься, там кого-нибудь... Он что, вампир? Мне кажется, он... Она сейчас повернется, там такое белое лицо, зомби. Не, это другая игра, это называется Слендер, но это другая игра. Ты играл в Слендер? Нет, я много раз смотрела, как они играют. Сделают зомби? Ну, вы знаете, кто такой Слендер? Слендер, ну, да. Не рассказывает. Ну вот. Саша лучше не рассказывает. Да, а то он перестанет ходить по лесу.
А, я тебе рассказывал? Да, ты мне рассказывал, но я кучу раз забывала. Не, забудьте на этот раз. Ну, мне даже может рассказать. Значит так, я вас предупрежу заранее. Все, что вы увидите сейчас, все требует глубокого психологического анализа, потому что обыкновенным умом то, что происходит в этом доме, не понять. Ок. Спойлеры. Сразу прям так. Ваня, обними меня. Ага, там я думаю, ничего страшного. Что-то она очень... Мне кажется, она просто с бодуна. То есть... Они очень перепила пиво. Выпили, да. Охлажденного и теплого пива перепили. Ну вообще, да, я бы тоже не рискнула пить охлажденное и теплое пиво. И вот теперь нелегко. Это как что? Это с одной стороны оно охлажденное, а с другой оно теплое? Наполовину. Да, снизу подогрелось, сверху похолодело, да? Скорее наоборот, ну ладно. Она очень монотонная идет. Домой. К бабуське. А бабуська, между прочим, неплохо живет. Мне нравится ее дочка. Да. Я бы хотела себе такую дачу. Посреди озера. Я не вижу, что тут творится. Это все плохо. А всегда, когда девочка доходит? Вот здесь вот нужно нажимать любую клавишу. Сейчас загрузка пройдет. Там, я думаю, будет написано жмак или любую клавишу. Нажимай, нажимай. А то тебя настигнет смерть. Да? Да. От вот этой штуки. А это наша тень. Ок. С папой все будет нормально. Я вам говорила, все требует глубокого анализа. Господи, неужели это дом моей бабушки? Это, по-моему, мы вернулись в СССР. Где для дружки не хватает? Трон, я хочу к трону. Трон деда? Не важно, какую кнопку я жму, все равно... Не важно, да. Просто двигайся, что называется. Господи, кто моя бабушка? Милая женщина. Почему она здесь живет? Там слишком запутанно, да. Внутри больше, чем снаружи. Это дровосек перед бабушкой. Нет? Я бы сказала, кому он пилит. Нас. Это просто пилит. Это демон. Это демон. Нет, это голова всего лишь. Господи, это похоже на дом Винчестер. Кого? Ну, в общем, есть дом Винчестера, который... Ну, ладно. Это все потому, что это... Мне кажется, он внутри сильно больше, чем снаружи. Как так? Как-то... Нормально! Дерево посреди кровати. Ой. Что? Простите? Что ей сделать, дровосек? Вы ожидаете моих пояснений? Да. Встреча на волков? Да? Это был волк? Да. И он волк нас... вас убил. А, то есть он поматросил, бросил и убил. Какой он красавчик. Вы сами выбрали самого отвратительного персонажа. Ну, то есть он оборотень, да? Я же сказал, он оборотень. Скорее, он просто одинокий лесной маньяк. Ясно. Который просто зарубил милую девушку. Ок. Но между ними хотя бы что-то было?
Тебе такое интересно? Нет, ну, маньяк совсем или маньяк на сексуальной почве? Всякий маньяк. Это, к сожалению, просто понимаешь, это не объясняется вообще-то. Это все строится на догадках тех, кто это проходит. И как бы... Значит, непонятно. Он ее убил. Это печально. А бывает более адекватная концовка? Есть. Хотите, можно быстро пройти. Давай. Давай. Так, чтобы выжить причем. Да. Можно? Да. Ну, только вот сейчас давай загрузится. Давай тогда не карма. Ну, она уже ее и не появится, потому что ее убили. Саша, то есть мы отправили кармен, скажи, но... какого ребенка ты любишь больше всего, ну, который тебе нравится больше всего из тех, которые тут есть? Ну, конечно же, маленькая Руби. Хотя нет. Ей положили бутылку вина в корзинку. Не, это всем кладут одно и то же. Кстати говоря, она... Кармен положила там еще пиво. На самом деле, вот Робин, она классическая красная шапочка. И что, надо просто идти вперед? Да, просто иди вперед. Это самый простой и самый красивый и самый красочный конец. Ну, вернее, не самый красочный, потому что не собрала нифига вещей, но как бы самый хороший. Да, красивость окружающей среды, она строится из вещей, которые... Я могу здесь бежать? Можешь. По тропинке ты можешь бежать. Блин, зачем ты это сделала? Кликни обратно на игру. Я маленькая Робин. Мне нравится ее. Кстати, у нее волк классический тоже. Я проспойлер прям. Здесь волк прям настоящий. Да, вот у нее реально оборотень. То есть прям ходит такой оборотень. Наведи на игру. Попробуй сейчас тебе убежать. Сейчас даю я тебе. Можно я попробую? Исправить все. Ну, примером для подражания. Покажи сестренкам, как правильно идти до бабушкиного дома. Ты умеешь. Она так смотрит, что бегает. Она бегает, как все маленькие дети. Она и не сходит, она же умничка. Она не станет своей с тропинки. Тем более, что окажется, что тропинка крайне короткая. Серьезно. Пошла там. Да, пошла к дровосеку развратничать. Да, уже все, кстати. Ты можешь уже не бежать, мне кажется. А, нет, еще. А, тут знак, указатель какой-то. Так что эти черные штуки означают, скажи, пожалуйста. Они там, где это возможно, обозначают, ну, на карте всякие вещи. Например, вот эта вот штука обозначает направление бабушкиного дома. Он прямо. Да, ну тут сложно заблудиться. Хватит, стой. Стой. Я знаю, что темно. Все, просто стемнело, пока ты бежал. Это нормально. Игра не ожидала, что так... Быстро. Да. Не нажимай ничего, пусть она сама взаимодействует. Вообще встать лучше на середину. Не! Что, может свалиться? Не, просто взаимодействие лучше. Это она сама идет, или ты идешь? Да, я так прыгаю. Нормальная лампа. Сейчас вообще кажется, что у бабушки вполне себе нормальный дом. Этот просто карман настолько было плохо. Перепила. Да. Слишком много пива и дровосек. Нужно вести более, вернее, менее развратную жизнь. Смотри, павлин в клетке. Более правильно. Классно. Оленья башка. С светящимися глазами. Еще одна оленья башка. Я хочу быстрее идти. Иди, давай. Меня все равно убьют. Откуда ты знаешь? Я же сказала то, что у этой истории есть красивый конец. Ой, волк. Это чучело, не бойся. А
сейчас встанет. На самом деле, отсюда с этого ракурса не видно, но она просто открывает глаза. А. Да. Конец! Я думала, она сейчас резко так встанет. Поднимите мне веки. Все. Да, все. В этом весь смысл. Неудача? Смысле. Почему неудача? Потому что мы не встретили волка. Ранг Д, то есть... Все очень плохо. Потому... Ранг Д, то есть мы класс Д. О, нет! Известно, где живет бабушка. Окей. А, то есть нужно встречать волка. Да. Чтобы была удача. Была удача. У Кармен уже большая удача. Да, ее уже... Давайте.